Уже этой весной в Красноярске появятся 24 новых троллейбуса. Об этом сегодня заявил Сергей Еремин. Это машины нового поколения с автономным ходом. Их можно будет использовать и для создания троллейбусного маршрута с левого берега на правый. Напомню, об этом власти города говорят давно. Кроме того, городоначальник сегодня вновь подтвердил, что в Красноярске появится крематорий, пока строительство буксует. В 2019-м проект утвердили, однако разрешение на строительство здания в 4000 квадратных метров рядом с БТЛ-ком получить пока так и не удалось. Крематорий надо в любом случае дожимать, но там не получается все там с различными экспертными инстанциями. Сейчас проект проходит, там то одно устраняет, то другое. Давайте вот отсечку поставим на день 1 сентября, то тогда будем принимать решение при подготовке, наверное, бюджета следующего года, может быть, в том числе и своими ресурсами.